Последние изменения в указ губернатора о режиме повышенной готовности прежде всего коснулись сферы общепита. Ресторанам и кафе разрешили работать не только на доставку, но и на вынос. Главное условие – реализация продукции должна происходить бесконтактным способом. Клиент должен ждать заказ на улице. При этом организации общепита должны будут заканчивать свою работу не с полуночи, а с 23 часов. Требования будут действовать до 15 ноября включительно. В целом представители сферы общепита такое решение очень ждали, ведь на время нерабочих дней они буквально остались без клиентов. Закрыты рестораны и многие предприятия услуг. В этот момент можно плакать, можно кого-то обвинять, но жизнь диктует новые реалии. Мы должны под них подстроиться. Да, есть диалог с властью, да, есть понимание от гостей, но нам надо принять решение, что мы что-то должны поменять в своей работе, взять ответственность на себя и работать в сложившихся условиях. Всем нам терпения и удачи. Возможность работы после 7 числа еще обсуждается. Возможно, удастся отбить введение QR-кодов, потому что мы считаем, что ресторанная отрасль – это одна из самых чистых отраслей. У нас практически больше 80% везде уже привитых. И соблюдаются все меры предосторожности, включая маски, дистанцию и санитайзеры. Также среди изменений магазинам разрешено реализовывать товары первой необходимости только если не менее 30% от их ассортимента. Теперь разрешается также проводить мероприятия с участием зрителей, но только на свежем воздухе. Самоизоляцию обязаны соблюдать граждане с 60 лет, у кого нет прививки или сертификата о перенесенном заболевании. Ранее планка была для тех, кому 65 и выше. На этом фоне в регионе продолжаются проверки масочного режима в связи с распространением коронавируса. Контроль за соблюдением порядка в общественном транспорте проходит чуть ли не ежедневно. Следить за тем, чтобы все в салоне были в масках, сейчас обязаны кондукторы и водители. Если пассажир просьбу надеть маску игнорирует, на него могут составить протокол. Дальше административная ответственность. Связь с указом рейды каждый день. У нас идет проверка, естественно, на наличие билетов. И маски, естественно, маски, конечно, маски. Я говорю, понимаете, мне тоже неудобно, мне тоже очень неудобно в маске. Я тоже привитый, я переболела, я тоже привитый. Но указ есть указ, он для всех. С тобой всегда называется маску, когда едете в общественный транспорт? Постоянно и в магазинах, но хотя я сделала прививку, постоянно. А как вы думаете, зачем это нужно? Ну, вообще и себя обезопасить, и других не заражать, потому что можете переносчиком инфекции быть. Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. За последнюю неделю в стране каждый четвертый диагноз ставили несовершеннолетним. Более того, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, половина несовершеннолетних переносит болезнь с яркой клиникой. Расслабляться слишком рано. Почему так важно провести двухнедельные нерабочие дни правильно, говорит главный врач детской поликлиники номер 39 Инна Кондратьева. Мы детей до сих пор не прививаем. Мы ждем, что вакцинация начнется с января 2022 года, так нам пока об этом нас информируют. Но сегодня наши дети не защищены. И не защищены самые слабые дети, это дети периода новорожденности. То есть мы, приходя с работы, приносим им массу инфекционных агентов, и самые заразные из них могут стать смертельно опасными для того, ради чего мы живем на свете, для наших детей. Мы сейчас должны проявить все высокую гражданскую ответственность и гражданскую позицию и принять эти нерабочие дни не как вольному воля, а как обязанность быть дома, изолироваться, минимизировать свои социальные контакты и даже контакты с родственниками и позаботиться о своем здоровье. Многие ковидные госпитали сейчас в регионе полностью заняты больными пациентами. Врачи отмечают, легче заболевание переносят именно вакцинировавшиеся. Протекает заболевание у всех совершенно по-разному. Все зависит от того, имеется ли сопутствующие патологии у пациентов. Естественно, у тех, кто имеет какую-то сопутствующую патологию, заболевание происходит тяжелее. Но стоит отметить, что привитых пациентов, болеющих ковидом, немного. Они болеют менее тяжело. В свою очередь, пациенты уже после выписки благодарят медиков за спасенную жизнь. Сейчас больницы работают на пределе.
Я уже живой человек, славьте Господи. Дай Бог вам здоровья, девчонки. Вы за нас всю, как говорится, душу даете. И советую всем, вакцинируйтесь, Христа ради. Легче перенесете эти болезни ковид. Служба информации, Сергей Щеплягин.